Коммунальные службы продолжают приводить в порядок территорию Ленинского городского округа. В поселке Боброво на Крымской и Лесной улицах провели комплексную уборку. Сотрудники МБУ «Дорсервис» осуществили промывку автомобильных дорог, скосили траву, убрали сломанные ветви деревьев, а также подмели улицы. Задействовано у нас 15 дорожных рабочих на данной территории, 7 единиц техники. Это, как видите, у нас и погрузчики, самосвалы, поливочные машины, производим мойку асфальта, убираем смет, производим покос травы, как механизированно это трактором, а также ручная уборка территории. Далее такие работы проведут в поселке Дрожжино. В плановом порядке городские службы будут поддерживать чистоту на всех улицах и дорогах муниципалитета.